Ой, извиняюсь. Офигеть, что? Понятно. Что? Да вот это что? Пельмень, блин, засранец какой. Формуле 1 не подвязал. Да! Да кто? Да ты! Да ну кто ты такой за человек вообще-то, а? Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать в это новое видео, с вами сегодня как же на кофе, со мной сегодня Андрюша, Дефай, Кирилл, Варпад, Серега Болт, и добро пожаловать на гонки в GTA 5 Online! Ой, сразу у нас начинается все с бесконтактной гоночки-то, наконец-то, никто не толкается! Бесконтактный для девочек, да какой для девочек, Андрей, для тебя в самое то, понимаешь, в самый раз, да конечно! Ой, как это хорошо! Как обычно, да. Ой, да, у меня ни одного, тут людей, кстати. А что у меня машина влево куда-то полетела, я не понимаю. Хоть одну автоматику, которая идеально работала. Ну все, практически все автоматики, было дофига таких, я не понял. Всегда у кого-нибудь ошибки. Ну нормально, всегда же работало, ну что за фигня такая-то? Так, а куда дальше? Здесь буду шевелиться. Ой, извиняюсь, тогда поехали. Ой, тихо. Я просто, я не знаю, я даже не понимаю, какой я еду, слишком все очень быстро. Просто криворукий. Да куда я еду, что за кривая автоматика, я не понимаю. Я да, вроде жму только там, а на то все лево, то справа. Я еду. Давай. О, в дырочку пролетели, нифига, вот это красиво было. Дырочки мне нравятся. Вот это было нормально. Встань, хорошо. Отлично. Так, я вроде, кстати, да я вообще не понимаю, что происходит, пацаны, отвечаю. Она вроде едет куда-то. О, в дырочку давай, красиво, красота. Так, я даже... Нет, нормально. Ты что пытался сказать, Кирилл? Да ты проехал? Забудь, нет. Ну вот криво же, ну не до конца, ну ё-моё, ну не докрутила-то машинку. Не залетел немножечко в одну из дырочек. Так, давай. Ну я, кстати, на удивление еду третий, пацаны. Чё, Андрей, не получается, да? Я вообще без ошибок. Я вообще, блядь, рассказываю. О, нормально. В конце, блядь, давай, давай. Меня, значит, ты дальше в конце. Долети. Только попробуй не долететь, молодец. Чё? Олег, жопа. Где? Что? Где жопа? Нифига себе. Нифига себе. Это что такое вообще? Давай. Так, давай. Пожалуйста, только аккуратненько. Офигеть, что? Понятно. Что? Да, блядь. Я пролетел. Да. Я пролетел, офигеть. Пеп, у нас, походу, неправильная эта самая автоматика. Офигеть, это что было только что такое вообще? Что-то не проходит. Это так красиво было, пацаны. Параша, блядь. Вот, ладно, все, вот это гонки, за этот элемент только лайк поставить можно. Хоть и немного кривая, но этот элемент просто, ребята, сногсшибательно. Кривая, да безумие. Вообще огонь. Так, подожди, но... Сейчас предмет исчез, чё? Какой слово, ёлки-палки. А, и мы вернулись типа в самое начало, отлично. Ну чё, пацаны, я приехал второй найс. А сейчас у нас наконец-то будут болиды, где мы будем обгонять друг друга. Да, наконец-то! Пацаны, просто, я с РПС. Будут стираться колеса, блин. Они так смотрят, там нет протектора. Просто сейчас буду тащить, как батенька, просто буду заезжать. Болидов тащил у меня, я помню. Поехали! Блин, не успел с ускорением, вот, блин, тут этот рандом меня бесит постоянно. Он реально задержка была сейчас. Так, спокойно. Спокойно, говоришь, Олег, нормально. Да спокойно, пацаны! Пацаны, меня подрезали так, чтобы я влетел всех. Да вот это что? Пельмень, блин, засранец какой. Спасибо большое, Андрей. Вот, ну да, и ну вот зачем? Вот петух, блин, а вот ты что делаешь-то, а? Ты меня подрезал на черепу. Так я не специально это сделал, а ты целенаправленно это сделал. Распались, успеешь. Да какой успею, там все мне на пит-стоп заехать надо еще, понимаешь? Короче, ладно, за что Олег взял? А что, всем... прям болит, ломается и все? Ну да, надо пит-стоп, да. надо пит-стоп, пить, стоп. Ну то, что Олег это сделал, страдать будут все. Да-ка! Ты чё прикалываешься? Чё так все разложились там? А чё там происходит вообще? Ты чё делаешь, Андрей? Нахуй! Вот прикиньте, пацаны, официальные гонки Формулы 1 на какой-нибудь петул, как Андрей просто, которого подрезали, который разворачивается потом и навстречу едет ко всем. Нормально, Андрей, ты делаешь, конечно, понимаю. Андрей, сука! Улетел, мразь!
Я его столкнул. Андрей, только прикол в том, что если ты сейчас заспавнишься, у тебя машина поломана будет полностью. Больше такая. Этот клювик вас не прикоснется. Так, стоять! Я не еду. Куда? Стоять, сука, Олег, смотри. Я бью, спокойно, спокойно. Это уже какая-то не формула получается, это уже какая-то... Да. Не знаю, что это. Андрюха это... свой этот хоботок наборосил. А некому меня было трогать в начале гонки, я вроде никого не трогал. Да, Андрей, ты понимаешь, что это было случайно сделано? Клювик вперед, жопку назад и пошел, ёпта. Так, тихо. А сколько кругов отсчитано? Андрей, ты понимаешь, люди начинают за тобой повторять, ты понимаешь, они так же от безысходности руки опускают просто и все. Вместо того, чтобы сражаться до конца. Нечего подрезать. Так, пакетик, пакетик. Формуле 1 не подрезал. Да кто? Да ну кто ты тихо, такой тихо, за человек тихо, вообще-то, тихо. А? Ну что с вами, люди, не так? Ну что? Сука, опять что заебал, не так? Я не понимаю вообще, ну что это за хуйня? Что это такое? Олег, понимаешь, что здесь стоит Андрей позитив? Опять. Я, короче, не поеду, все, я не поеду на пидстоп, я буду рисковать. Да, я, Олег, иначе потому, я просто я позицию сдам сейчас свою и все. Давай, заезжай давай. На пидстоп, ты иначе Андрей... не успеешь. О, лошара, блядь, лошара, повезло, бля. Лошара. О, давай, 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 давай. Ебука, алё, Олег. Нет, да, да, первый, первый, да. Ну, я надеюсь, Олег, ты понял, что меня подрезать не надо, блядь, понимаешь? Андрей. Человек, ты никто. Чё, надо подрезать Андрея, ой, да? Я пропустил немного этот старт, Андрей, из-за тебя, из-за твоей речи вот этой, понимаешь? Я, блядь, подрезал, нахуй. Ты, Кирилл, кто, 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 кто? Да что? Что за каша такая-то, а? Да дай, блядь, я мог Олегу скинуть. Да дай, да отпусти меня. Да ты чё делаешь вообще, ну что это такое? Что это было только что такое? Ну что ты за человек такой? У него еще никнейм не отображается. Я не знаю, кто это. Иди меломан. Сюда. Иди сюда. Да, ну как, еще раз я запишу. Меломан это было. Это был а, все, Кирилл. Кирюша, спокойно, Кирюша. А вон он прям передо мной. Да, я его сейчас скину, погоди, я его сейчас скину. Не переживай, не переживай, не переживай. А теперь ты у меня без нюка, кстати, едешь. Так. А это нормально, это нормально. А нет, не ты. Не, я перед ним нет, я он прям передо мной едет. За мной, как мои шестерки, ебать. Ой, Андрей. Ой, как заговорил. Как раскукарекался, ну посмотри, да ты же ой, Андрюша. Я ебу всех, понимаешь? А, конечно. А за мне все, меломан слился, все. О, нифига себе, это что за лестница такая прикольная? Прикол. Я всех просто... А ты на каком месте едешь, Андрей, скажи? На шестом, ебу всех. А, так ты передо мной. Так, Андрюша, я ж тебя сейчас догоню. Спорим, если я Андрея обгонять буду, он меня подрежет 100%. Конечно. Ну, так это, конечно, потому что Андрей токсик. Так потому что ты токсик, понимаешь, Андрей, да? Нет, да. Я свою позицию так просто не отдаю. Андрей, просто... по-моему, ты просто слишком слабый для борьбы. Я за эту позицию ебу ты просто ты слишком жестко. Слабый для борьбы, Андрей. Андрей, ебалка еще не выросла, кого ты там ебё? Пока, да Андрей, крыса, кстати, тихо. До свидули. Да просто машина мощнее прокачана. Ой, да конечно, да. У меня стоковый это 20. А так что ты сам виноват, что стоковый взял? У меня не было другой. В смысле не было другой? Там сколько машин, там куча машин было по-любому. Там я весь всех... спектр спортивных. А тут куда? Я все перелистал. А тут ну, нормальная трасса вообще, да? Типа невидимая, понимаю. Ой, здесь... блядь. Я правильно это... еду, да, надеюсь? Ну вроде да, вроде нормально. Ладно, вроде самое главное да. Ехать, впереди меня едет чел, так что у нас просто за ним ехать. Ой-ой-ой. Леш, ты на трассе всегда на ой ой ой-ой-ой. Ой, как заговорили-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну если Кирилл меня не догонит, он реально лох какой-то будет. А что, офигел что ли? Андрей нормально говорит. Андрей, тебе разрешил кто-то рот открывать вообще? Ой-ой-ой. Тебе команда открывать рот не давали. Ой-ой-ой. Быть совсем лохом. Пацаны, вы чё? Стучать будешь, понял? Давай, чтобы давай, меня давай. Не догнать, это, конечно, пиздец. Давай, надо фазанчика догнать и погнать. Давай, 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 давай. Ты считаешь себя самым полным лохом, да? Давай, ну же. Давай, там как раз у меня машина для поворотов, у него нет поворотов. А чё Кирилл вышел? О, меня выкинуло. Понимаю. Но я еду, типа, но меня почему-то выкинуло. А ну заходи назад. Быстрее, Кирилл, заходи, давай. Ну, фасан, ну, пожалуйста, давай, я хочу тебя догнать. Давай, давай. Ля. Давай, надо. Возьмем. О, я вижу андреевскую машину, сейчас ее обоссу. За меня не догонишь. А уже догнал. Давай! Да, все, короче, понятно. Нет лошара, блядь. Ё-моё, ну что такое-то, а? Ну что, Олежа, четвертая гонка? Да, а почему я не на трассе вообще? Я не понял, а что это у меня со спавном такое? Ты не на трассе, а что это такое, Олежа? Такие лохи, как ты, должны стартовать где-нибудь в конце, понимаешь? Вы замечаете, что Андрей каждый раз, кто хочет, знаете, съязвить, что-то сказать, такую истинную эмоцию? Ну, конечно. Настолько...
пихуешь? Ну это же Андрюша, ну ты шо? Это Андрей, конечно. Ой, да, блядь, кто это мне помешал? На словах он лев толстой, а на деле то Андрюша простой. Нормально, 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 так тоже пойдет неплохо. Так. Ну куда? Опять ты, меломанду, ты достал уже меня реально, уже второй раз подряд. Что? Да ты куда лезешь, Андрей? Пока, нахуй. Олег, я просто унизил сегодня. Как же вы меня бесите-то, а? Бля, вот. Красивый я тебе, Олег, да? Вот надо быть токсичным, я не токсичный, я не токсичный, я не токсичный, я не такой. Андрей, вот это карма, кстати, называется. А ты такой. Давай, 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 давай! Давай, догоняй меня, давай! За слова свои отвечать будешь, ну-ка, давай! А, за слова не отвечает, кстати, он чисто говорит только. Так я знаю, я ж поэтому так и говорю. Ну да. Я уже, Андрюша, сколько знаю, ни разу такого не было, что за свои слова ответил, реально. Согласен. Все время что-то постанцово, говорит, давай, там блядь. Говорит, 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 и все. Балабол. Максимум. Да. Выебнутый. Просто Андрея сейчас закопали. Вы, а его главное, главный аргумент... Я... Вот это случайно было. Понимаешь, есть разница, когда ты делаешь специально, когда это делаешь намеренно. Так. Вот это было чисто случайно, реально. Я сейчас где-то в рот его ебал. Вот сейчас красивая, кстати, спираль. Давай, Андрей, давай. Сережа, не догонишь, смотри, понимаешь? Все, мне мешают только когда ехать. Даже с читами ты не догонишь, понимаешь меня? С читами идиот, что ли? Я говорю, если бы они были, даже бы так ты меня не догнал. Олег, если что, он сзади тебя. Да, ё-ма, народ, так и чё? Какая разница, сзади меня, он там спереди, понимаешь? Он мне сказал одно, он должен... Олег, когда я догоню? Блядь, нахуя это делать болтом? Прости. Не догонишь, да, Андрей, всё? Да, вот там все попадали, кстати. Это чё? Никто не ожидал скилл-теста. Это ч... В меня впиндюрили. А сзади. Вот тут, кстати, на этом моменте Андрей меня и может догнать, кстати. А, никто... Андрей меня обогнал. Ой, простите. Все, не проходится, пацаны, до свидания. Мне кажется, тут просто все из-за тачки. Я взял чекпоинт, я столкнулся со стеной, залез на нее и взял чекпоинт. Так. Олег, за попусками не катаюсь. За кем? За кем еще раз? Попусками. А, это ты про себя, что ли? Или про кого, я что-то не понял немного. Да, да, финиширую, конечно. Олег, я сейчас финиширую, значит я, смотри. Давай. Я перед тобой затормозу, Смотри. Да блин, пустите! Меня не пустили просто. Никто передо мной встал, блядь. Как мы и говорили в начале этой серии, балабол. Реванш, реванш, бля, кто меня подрежет, сразу на болидах, ну все, готовьте. Смотри, ну, ты уже сделал легендарную вещь сегодня, так что... Морда, будут страдать все, Кирилл, будут страдать все, мне похуй, Кирилл, будут страдать все. О, получилось, словил тайминг. Я тоже успел. Да как так-то, алло? Да тихо, тихо, ну куда, ну куда, Андрей? Сука, атака, иди сюда. Ой, ой, ой! Я ничего не делал. Я а почему у меня ускорения нет? А, ну дается на втором кругу. На втором должна быть. Давай, 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 ладно, самое главное не сдаваться. Смотри, смотри, петухи рвутся к власти просто, посмотри, летит, сука. Блин, как я обожаю болиды. Как я обожаю болиды. Поворачивает идеально. Такой кайф просто на такой скорости заходить, повороты идеально. Чего, чего, чего? Нет, я... Нет, я респавнился. Теперь будут страдать опять все, нахуй. Кирюша, Кирилл подрезал все. Я Андрею прям в бочину влетел. Давай, 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 топи, 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 топи. Андрей, да все, это уже до свидания. Топи, братик, топи, давай! Топи, топи, пизы. Давай, топи, 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 топи. Все, сейчас буду. Кирилл, зайди только в поворот, пожалуйста, сейчас. Спасибо. Спасибо. Вы, блядь, по-хорошему нормально ездить не умеете, по-честному. Ну, значит. А что так быстро? Так ускорение же, потому что! А не, это не сзади. А, смотри, Андрюша не летит. Будем, значит, сука, лечить. Да не в меня, гандон. Будем, значит, будем лечить, значит, будем лечить. Да нормально, Андрей, все, а, что ты? Андрей. Андрей, ты мне спойлер сбил, у меня машина не поворачивает теперь. Будем помогать. Антикрыло просто минус. Пацаны, я сейчас страйк выбил чисто нормально. Нормально, лучше Ягуар выбил. Погнали, 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 погнали. Давай. Лучше Блейзер, блядь. А Андрей, понимаешь, у него все, он даже не стремится куда-то ехать, он просто теперь встал на свое место. А у него всегда-то, руинит, пацанчик. Олег, тебе так повезло, блядь, сейчас, я тебя все поймаю, блядь. Так, блин, мне надо чинить болит, я не могу ехать. Ой, Кирилл, пока. Ой, Андрей, смотри. О, Кирилл, петушок, блядь, здорово. Блин, такой пот. Э!
Вот это сейчас что было? Сюда иди, блядь. А что, не догоняешь? Да вот то что, да то почему нельзя объехать? Почему? Почему нельзя объехать? Машина из-за тебя не едет. Какой же ты сука. Ой, какие же просто тут гонщики-то нелегальные собрались-то, а? Не едешь, так что я тебя, блядь. Ну нужно же специально влететь, конечно же, да, конечно, нужно специально врезаться, ну да. Давай, успеем так давай. Ой, как хорошо, я двоих выбил пельмени из этого, блядь. Охуенно. Ух, проскочил. Андрей, встречай. Андрей, он то, что пельмени скинул, молодец. А, не, ну, кстати, не, пельмени ничего не делал. Андрей, звезда едет. Андрей, встречай. Не, видишь, пельмени бомбит. Андрей, ты где? Андрей. Сейчас меня не пускают, блядь. Дворецкий, ёма народ. Давай. Это а, серьезно? Круг? Ты просто... второй только, подожди. Только, Андрю... Ты только на втором кругу, серьезно? Да, понимаете, не, вы понимаете, я заткни сейчас там просто еду, рот, тебя поймал, я блядь. Просто еду, Андрюху к стене прижали, хорош! Как школьника, знаешь, хорош! Такого? Просто как школьника к стене прижали и не дают проехать. Андрей, ты до такого опустился, ты что творишь? Не позорь банду, а? Андрей, что ты тебя делаешь? Тебя школьники реально? Просто к стене прижали. Андрей, Олег, иди некрасиво. Сюда, блядь, иди сюда, сука. Давай, догоняй, Андрей, меня. Там фазанчик красоту наводит с Андреем. Он с него школьный. Не ломай, да ну куда? Ну что за фигня такая-то? Ну что такое-то? Бля, батя меня машину кидает теперь, пиздец, она вся разъебана. Вот, вот антикрыло только стоит отвалиться, ему все, все, машина не управляет. Давай, пожалуйста. давай, ну давайте, парни, давайте. Олежа. А почему у меня задние колеса стерлись? Да, у меня тоже. Я, ну потому что я на пятом, я на последнем кругу. Малолетка, блядь. Давай еще успей еще. Давай. Не, Олег, я пью. Давай, догони. Ой, Андрей возвратился. Повезло тебе, блядь. Все равно не успел. Олеж, я пью, я буду. Серега, я даже на тебя внимания не обращаю, мне некогда на это, понимаешь? Андрюшенька такой безобидный, такой пусечка, я не могу. О, твой! Твой! Все врезаются еще. Так, давай, Олежа, так, иди сюда. Так. Да ой, идиот ой, какой! Какой идиот! Просто, Серега, спокойно! Спокойно! Олег сзади очень много. Андрей, ты его поймал? Да ну иди, ну что? Ну, Андрей, твою! Бля! Какой же ты... Ну что тут за такое? Олег, ну у меня вообще машина инвалидка, она неуправляемая была. Я мог быть первый! Андрей, это что ну такое что? Вообще? Что Олег, это за гонка Олег, такая? Олег, слышь, Олег, что за гонка такая? Вы Олег, что? Мне Олег, безумно можно. Я ехал нет. Первый, Андрей, вот ты нафига это делаешь так, вообще? Олег, нафига? Мне не надо подрезать было просто. Да я тебя не подрезал, я-то при чем здесь? Я сказал, ты должен был Кирилла остановиться и убедить, понимаешь, что не надо было этого делать. Конечно, а что ты еще должен был сделать? Короче, друзья, я надеюсь, вам понравился этот видос. Андрей просто петух, знаете это. Вот реально, я вырвался на первое место, Андрей, понимаешь? Я ехал пятый, по-моему, или четвертый. Там все остальные были далеко от меня, но я все равно вырвался. И надо было тебе влететь, мне надо было влететь тебе. Короче, друзья, я надеюсь, вам понравился этот видос. Не подписывайтесь на канал, не забудьте ставить лайки. Все полезные ссылочки находятся в описании. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока! Пока! Лайк ставим.